Работаем на различные дальности от 8 до 30 километров, поражаем как опорные пункты ВСУ, также легкобронированную технику, тяжелобронированную технику, ну, в общем, различного характера цели. По различным иностранным самоходным артиллерийским установкам это крабы, три топора, так называемые, американские. Взаимодействуем с операторами беспилотных летательных аппаратов, также с разведчиками и со штурмовыми отрядами. У них идет якобы так называемое контрнаступление, они пытаются прорваться, мы им всячески не даем, они несут огромные потери, а нам только это на руку. Я здесь нахожусь для того, чтобы искоренить фашизм на данной территории, чтобы не было обстрелов по мирным жителям, ну и чтобы мы победили.